Развитие транспортной инфраструктуры – приоритетная задача, поставленная федеральным центром. В регионе этот вопрос уже давно один из главных. К примеру, в год экологии Ульяновская область получила от Москвы 26 трамваев. Транспорт не новый, но гораздо теплее и вместительнее своих предшественников. Прослужат очень долго, потому что наш водительский состав, они у меня, вот, например, очень все грамотные. Они все работали на КТМах, которые уже КТМ давно списаны. Они умеют, у них техника вождения правильная. А ведь если водитель грамотный и техника вождения правильная, то я считаю, что вагоны прослужат еще не один год. Еще несколько трамваев и троллейбусов будет поставлено в этом году. Но обновление транспорта только одно из направлений инфраструктуры. Город растет, а вместе с ним появляются новые микрорайоны, которые тоже должны быть обеспечены транспортным обслуживанием. Поставлена задача развивать трамвайную сеть. Это в микрорайоны в районе Ипподромной, на севере, северной части города. Рассматривается вопрос, как обеспечить электротранспорт юго-западный район в Засвияжском районе. Поставлена задача пустить троллейбусное движение по улице Димитрова, это в новом городе, улица Димитрова, 40 лет октября. Это все позволит людям более комфортно передвигаться. Главная задача – повысить качество жизни горожан. Это касается не только транспорта, но и остановок. В скором времени будет подготовлен план действий по обновлению остановочных павильонов путем использования умных остановок. Все старые автобусы, трамвайные остановки, которые стояли на ряде участков, были, естественно, как уже утратившие актуальность, выбраны, а новые так и не поставили. И люди сегодня стоят и в снег, и в дождь, и в жару, под открытым небом. И это в очередной раз, я обращаю внимание, крайне просто показывает безобразное отношение страны, как минимум самого края. Я уже не говорю про тех, кто за это конкретно отвечает. На заседании обсудили вопрос повышения заработной платы и создания комфортных условий труда. Эти и другие задачи поставлены и теперь будут контролироваться еще жестче. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.